страха. Вы можете описать более подробно, что такое представлять, что мы уже находимся в отдаче? Я думаю, что это стоит стараться проделывать такие упражнения каждому. И поэтому мы должны, согласно советам каббалистов, реализовывать это в десятках. Когда мы находимся во взаимной отдаче, насколько мы на это способны, считаясь с каждым товарищем в группе, и поддерживать и помогать каждому в соответствии с тем, насколько он, кажется, нам нуждается в помощи. И всегда у нас есть такие возможности, и тогда мы находимся в силе отдачи по отношению к ним, даже в материальном виде. Но даже когда в материальном виде мы находимся и в эгоистическом желании получать, когда думаем, что это поможет нам, а товарищ, он только как средство, когда я этим хочу помочь себе. В любом случае, когда я в таком виде помогаю ему, это влияет на меня. Это пробуждает надо мной свет, возвращающий к источнику. Потому что в любом случае, по крайней мере, в материальном действии, я подобен духовной силе, силе отдачи. Хотя в моем намерении, в глубине намерения, конечно же, нет у меня никакого намерения на благо товарища, а только на собственное благо. Пока я не поднялся на уровень бины, нет вообще сомнения, что я нахожусь в отдаче кому-то. Все мысли и все желания наши, они только получать.